Ампер Ви, русский трейлер с Оксимироном в главной роли. Давным-давно была информация, то, что он снимается в фильме, но... Кока-кола и мак... Эй, тихо. Но долго не было ничего слышно по этому поводу. Чувак снимался в кино, поэтому, мне кажется, и альбома не было. Вот. Давайте заценим, посмотрим вообще, подумаем, что это будет. Я не читал особо ничего. Да вообще особо не следил за движениями Оксимирона, так как, ну, особо не интересен мне этот тип. Но фильм интересно заценить будет. Посмотрим. В момент укуса жертва получает психическую команду, настолько сильную, что она способна подчинить себе даже динозавра. Это гуманный биологический пакт, выработанный за многие миллионы лет. Жертва делится кровью, Хороший актер. но сохраняет жизнь. Поздравляю, теперь ты один из нас. Я просто еще не понял, как тебе повезло. Вампиры используют те же ментальные конструкции, что и человек. Но его мысль движется по другому маршруту. Мой мозг начал работать по-новому. Это диктатура, как сами понимаете. Гуманная эпоха в Empire Empire. Вселенской империи вампиров. Или, как мы пишем в символической форме, Empire V. Ты не похож на людей и должен об этом помнить. Пора завязывать с этими левыми понтами. Зажлить надо, сынок. Что она теперь? Жить как паразит. Так ты и есть паразит. Куда он тут живет? Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм про вампиров, чтобы никто из людей не догадался, кто и как сосет красную жидкость на самом деле. Empire V. При поддержке фонда кино. Что-то вот при поддержке фонда кино уже настораживает. Да и увидев там Бондарчука и его любимую, что-то как-то этот. Да и увидев столько всячины разной. Что-то как бы они там не переборщили со всем этим. Непонятно, что будет. Так, а я что, ошибся, что ли, по поводу любимой? Мне казалось, там Паулина. Но, походу, не она. Такс. Прикольный момент с тем, то, что вампир просто... Ну, оставляет жить человека. Использует кровь эту. А, подожди-ка, как звали этого-то актера? Блин, я его спутал, что ли, с кем-то. Ну, мне показалось, что это чувак из фильма «Текст». Не знаю. Мирона тут мало было. Практически он ничего не говорил. Ничего не понятно. Вот какие-то эти кадры на красном фоне. Что-то какая-то муть, наверное. Да и там еще столько денег, наверное, на это вбухали. Фиг знает. Ну, по-любому, наверное, можно будет все это дело посмотреть, заценить. Что-то
Что-то прям вообще мощь какая-то. Какие-то битвы у них тут. Столько всего, короче, в трейлере, что вау, что-то непонятное, но очень интересно. Вот, как вам, может, вы знаете какую-то информацию больше об этом, напишите в комментариях, почитаю обязательно и поставлю лайк. Увидимся, спасибо всем за внимание, всем пока. Check it out.